Когда школьники вернутся за парты? Карантин в запорожских школах и внешкольных учреждениях продлится до пятницы 13 января включительно. Напомним, что занятия были приостановлены с 20 декабря. На тот момент эпидпорог заболеваниями гриппом и ОРВИ в областном центре был превышен в два раза. Учебный процесс в школах будет возобновлен в следующий понедельник, 16 января.